Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня маленький очерк, вложик о том, как группа Volkswagen не использует антикоррозионные средства. Пришлось покупать и самому дорабатывать. Все арки голый металл. Я думал, только с Тауранам проблема с Германией, с южной стороны. Вот эта машина со Швеции. В Мюллерауто сейчас поступило очень много машин со Швеции, особенно Тигуанов. По системе Трентин отдал старую, получил вот более-менее новую. Пока тепло на улице, приходится делать также антикоррозионные арочные обработки. Альтспайс он довольно-таки большой, чем простой Тигуан. Thank you.